Это история молодой учительницы, которая чудом осталась жива, у нее появились видения, которые приводили ее к местам преступлений, если вкратце. Ну, скажите, вот вы выбрали такую как раз и тему, в принципе, зараз такий час кризовий. Де шукали гроші, можливо, скільки ви на це якось витратили? Тому що, ну, те, що ви зробили, це от ви величезні молодці. А от як це можна було реалізувати? Ну, реализовать можно было, собственно, собственными силами. Мы, в общем-то, посмотрели на свои возможности. У нас появилась красивая идея, которую Саша придумал. В общем-то, это наш самый первый проект полного метра художественного. Так. Мы искали инвестора. К сожалению, в этих условиях, которые сложились в нашей стране, мы не нашли. Психанули и решили, собственно, своими силами снять. Ну, я так думаю, на якість не дуже вплинуло, потому что, ну, то, что мы бачили в трейлере, это дуже круто. Ну, если что-то делаешь, нужно делать качественно. Вопрос в том, было бы желание. Все всегда ссылаются на какие-то там, ну, жалуются, все трудно, все печально. Просто становитесь, делайте и добивайтесь своего результата. Вот мы сидели 2 года назад. Если бы мы не сделали этого, наверное, не пришли бы, не показывали людям свой фильм на молодости. Просто заряжайтесь энергией и творите. Слушайте, давайте так честно. Вы выбрали жанр мистика, потому что он изначально самый популярный среди молодежи, тинейджеров, такая беспроигрышная карта, или там душа тянулась именно к этому жанру? Нет, это какой-то щелчок сработал на тот момент, потому что вот меня друзья все знают как человека достаточно юморного. Я всегда как бы шучу, и они удивились, узнав, что фильм именно такого жанра и достаточно серьезный. В итоге там как бы жанровое кино, но в нем зашита так глубоко где-то мораль, которая не навязывается зрителю, всплывая в самом конце, и как бы вот каждый может сделать вывод после просмотра фильма, стоит делать некоторые вещи или нет, вот он задумается. И советую всем сходить, посмотреть.